Так, друзья мои, на сегодня еще с одним советом хочу с вами поделиться. Это вот дерево сосна. Значит, вот смотрите, почки только-только вылезают. То есть молодые веточки, на кончиках их будут такие маленькие шишечки. Вот сейчас попробую показать, там, не знаю, видно будет или не видно будет. Вот она, видите, вон шишка будет. Из этих шишек тоже надо будет, они как чуть подрастут, надо будет собирать тоже. То же самое делать, то, что я сейчас покажу. И вот из этих, вот видите, типа как шелуха, вот этот. То есть вот такие, вот прямо вот этих, сейчас я отрежу, покажу. Вот эти побеги маленькие, надо резать. И вместе с этой шелухой собираете. Значит, ну вообще-то больше всего аскорбиновая кислота находится не в елке, а именно в сосне. Вот. Ну, я сейчас нарежу, потом уже покажу, что надо будет делать. Пока на паузу поставлю. То есть из него потом выходят вот такие побеги. То есть сейчас самый раз резать. Ну, где-то, может, закончилось, на следующий год делайте, записывайте, вспомните. А где еще, может, и не началось. Пока на паузу, потом продолжим. Так, друзья мои, ну, вот я уже нарвал. Там внизу вот этот, шелуха сама. Видите? Вот так вот. Теперь и молодые побеги. Видите? Вот они такие. Теперь, значит, что нам надо делать? Надо его мелко-мелко кромсать. Стеклянную посуду. Ну, а дальше покажу. Сейчас пока я сделаю, нарежу мелко-мелко. Забью и прямо трамбовать надо посудину. Потом покажу. Так, друзья мои, вот с помощью палочек вот прям вот так конкретно трамбовал. Обе бутылки. Значит, то, что внизу остается шелуха, вот этот, но она и вместе пошла, то же самое. Но разделите на две части. Две части. То есть надо будет опять насыпать сюда, отрамбовать. Ну и как понимаете, без 100 грамм не получается. Чача вдобавок. Я сейчас на паузу поставлю. Насыплю, отрамбую, залю. Ну, видите, 3 литра чачи. Тут литровая бутылка, и там литр 700, по-моему, или что-то такое. Ну, когда 3 литров там, ну, 2,5, грубо. Сейчас посмотрим, сколько водки туда уйдет. Ой, друзья мои, ну, что, литров 2 чачи ушло здесь. Ну, читайте, на всю зиму мне это хватит. Ну, сколько стоит литров 2 чачи? Ну, для меня она ничего не стоит, потому что я сам делаю его. Ну, даже если рублей по 500 там литр купить, да пусть по 1000 купите. Ну, потратите там, ну, 2000 денег на огромный голубятник. Там пачку лекарства стоит черти сколько. Понимаете? Вот на зиму замешает всяким тилозином, фармазином, эритромицином, там, гентамицином, там, всяким-всяким там этим, да. В общем, вот именно вот это из мандаринового шкурочек, настойка, яблочного уксуса, 105-й, 10-й. Вот этими вещами я и поддерживаю своих голубей. Ну, сейчас я еще добавок кое-что покажу, то, что как бы обязательно надо делать. Частенько я делаю, сейчас пока на паузу поставлю. Чуть позже продолжим.